По словам синоптиков, 12 мая Самара вновь установила очередной рекорд. Был перекрыт абсолютный суточный максимум по осадкам – 15,6 мм. Последний раз такой показатель был зафиксирован 34 года назад. Май в этом году холоднее, чем в прошлом 2021. Тогда в эти дни столбик термометра поднимался до 30 градусов и выше. По данным Приволжского УГМС, сегодня ночью в регионе вновь ожидаются заморозки с температурой воздуха от 0 до минус 2 градусов. Май нынешнего года, вот прошедшая часть этого мая, у нас необычно холодная. Первые 10 дней в среднем температуры были ниже нормы на 4 градуса. А вот дни второй декады, то есть 11, 12, 13 число, у нас температурный режим ниже нормы на 6-8 градусов. Ну, то есть это для мая, конечно, необычно для этого периода, такая прохладная погода. Май богат и на магнитные бури, которые ожидаются силой в 3-5 баллов. Магнитосферные толчки начнутся 13 мая и завершатся лишь к вечеру 16-го. Они приведут к небольшим возмущениям геомагнитного поля в 3 балла. Это начальная стадия геомагнитных бурь, которая не окажет существенного влияния на здоровье, но может немного ухудшить самочувствие. Возмущение геомагнитного поля уже успели почувствовать горожане. У меня сердце бьется. Завариваю успокаивающие травки. В аптеке какие продают, там, валериан, что там, и все. Да, давление обычно поднимается, когда магнитные бури, головные боли бывают. Ну, возрастной, наверное. Таблетки от давления в основном. Вот. Ну, и оптимизм. Как без этого? А так больше никак. Вы как-нибудь чувствуете на себе геомагнитные бури? Как-то меняется ваше состояние? Пока еще нет. С вечера 19 мая по 21 ситуация повторится. Вновь произойдут колебания геомагнитного поля. В том случае, если магнитные бури постоянно приводят к плохому самочувствию, необходимо обратиться к врачу. Специалисты объясняют, что каждый случай индивидуален. Одни люди воспринимают жизнь позитивно, другие любят погрустить. А у природы нет плохой погоды. Нужно в любом случае, если вы наблюдаете все у врача, у вас есть гипертоническая болезнь, вегетососудистая дистония, какие-то, допустим, легкие фитопрепараты, биологически активные добавки использовать для повышения своего эмоционального такого вот самочувствия. Для тех же, кто впервые почувствовал себя плохо во время магнитных бурь, следует отдохнуть, пообщаться с семьей и друзьями, заняться физкультурой. Все это поможет привести себя в чувство даже в самой сложной ситуации. Пик магнитных бурь в 4-5 баллов придется на 24-26 мая. В такие дни особенно важно не переутомляться, нормализовать режим сна и отдыха. Универсальный инструмент, который никому никогда не нравится, это называется воля. Да, когда тебе больно, страшно, холодно, не выспался, не покушал, там, не отдохнул и так далее, но ты идешь и работаешь. Да, и в этот момент человек организовывает свой быт таким образом, чтобы не возникало трудностей. Прислушаться к рекомендациям специалистов стоит, ведь быть в гармонии с собой и сохранять позитивный настрой очень важно. Тогда жизнь и погода будут обязательно радовать. Юлия Василькина, Николай Сидоров, «События».